Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Релакс ТВ» и я его ведущий Никифор Седуксен. Сядьте поудобнее у экранов, расслабьте мозг, откройте чакры. У вас все хорошо. У вас нет никаких проблем. У вас большие зарплаты. Цены маленькие, маленькие. Цены микроскопические. А зарплаты большие, огромные. В общем, жизнь удалась. А сейчас в нашей программе наша постоянная рубрика «Добрые песни о хорошем». И сегодня у нас в гостях замечательный человек, поэт, композитор, сочинитель добрых, хороших песен Герард Периклович Папандос. Здравствуйте, Герард Периклович. Здравствуйте. Дорогие друзья, наш гость совсем недавно выпустил альбом своих новых, добрых, хороших песен под названием «Удивись и твори». Извините, там у вас опечатка. А? Альбом называется «Удавитесь, твари». Да? Да. Как-то неожиданно. Ну ладно, хорошо, продолжим. Герард Периклович, давайте начнем нашу программу с того, что вы споете нам с телезрителями какую-нибудь свою добрую, хорошую песню. Давайте. Пожалуй, я спою первую песню свою о добре. Ну и замечательно. Песня о добре. Пожалуйста. О боже, какие твари сперли добро на вокзале. О боже, какие гады, по морням и вам надо бать. Одну секундочку. Извините, там еще 8 куплетов. Нет, не нужно, Герард Григорьевич, вы, наверное, меня не расслышали. Дело в том, что у нас «Релакс ТВ». Мы здесь поем песни о хорошем. Да, понимаете? Давайте мы вспомним о хорошем. Вы же видите вокруг себя хорошее? Да, конечно, вижу вокруг себя хорошее. Ну, замечательно. Вот, например, вы хороший. Спасибо большое. С утра уже хороший. Дети, при чем весь это вообще? Я не об этом говорю. Давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, какую следующую добрую, хорошую песню вы нам споете? Следующую песню я, пожалуй, спою про школу. Замечательно. Дети – это наше будущее. Да. Песня про зарплату учителей. Даром преподаватели. Все, вся песня. Герард Ильич, ну вы, наверное, не совсем понимаете. У нас «Релакс ТВ». А давайте я вам буду задавать темы, а вы будете нам петь песни, хорошо? Да, конечно, давайте. Скажите, а если у вас добрая, хорошая песня о животных? Есть. Вот, замечательно. Есть. Песня про животных коней. Двину кони, дядя Коля. Двину кони, перепоя. Достаточно, я вас по-хорошему прошу спеть что-нибудь хорошее про нашу хорошую жизнь. Песня про доллары. Помню, я еще молодушкой была, я по 30 рублей доллары брала. Не надо про доллары, не надо, пожалуйста, не надо про доллары, не надо, про хорошее я прошу. Хорошо, тогда песня про хороших девчат. Ну давайте. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, 320 баксов в час. Да что вы с ума сошли, что вы мелите вообще? Какие девчата? Какие 320 баксов? Уже давно 350! А теперь песня про нашу медицину. Плевать, если я заболею, пока я доктора дождусь, околею. Не надо об этом. Все, уважаемые телезрители, телеканал «Релакс ТВ» прекращает свою работу, потому что с нашей хорошей жизнью хрен расслабишься. А зачем расслабляться, если можно не напрягаться?